Сегодня за спокойствие на территории Ленинского городского округа отвечают более 500 сотрудников органов внутренних дел. Ежегодно усилия каждого отдела управления направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений. Поздравил полицейских с профессиональным праздником глава муниципалитета Алексей Спасский. Слова благодарности тем, кто сейчас в строю, те, кто на боевом посту. Время сейчас неспокойное, нестабильное. Это касается и в целом страны Московской области, так и нашего округа. Это округ многонациональный, многоконфессиональный, что, конечно, тоже накладывает определенную специфику в вашу работу. И я хочу поблагодарить за то, что в это, повторюсь, неспокойное, нестабильное время вы успешно решаете поставленные перед вами руководством задачи. За высокие показатели в служебной деятельности особо отличившимся сотрудникам глава вручил почетные грамоты, благодарственные письма и подарки. На торжественном мероприятии 7 сотрудников получили сертификаты о предоставлении квартир. Как отметил начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу, несмотря на непростое время, ведомство делает все возможное для поддержки и улучшения качества жизни своих сотрудников. Это второй уже, скажем так, этап вручения. И за то, что в начале года мы проговорили этот вопрос, я увидел поддержку и понимание в этом вопросе, а не побоюсь этого, глава сдержал свое слово, и на сегодняшний день у нас прибавилось тех сотрудников, которые свои жилищные условия могут, улучшить. Среди награжденных начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска Александр Гребеньков. Александр признается, что получение сертификата стало для него приятной неожиданностью. Хочу в первую очередь выразить слова благодарности главе Ленинского городского округа Спасскому Алексею Петровичу, также нашему руководству УМВД Бадину Александровича и иных сотрудников, которые дали такую возможность и цель улучшить свои жилищные условия. Поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Наши ветераны до сих пор в строю, не дают скучать, что называется, передают и опыт, и свои знания молодежи. Безусловно, слова признательности и уважения нашим девушкам в погонах, на них лежит двойная ответственность. Это не только выполнение служебного долга, но и, безусловно, они растят детей. Полицейские изо дня в день в любое время суток контролируют соблюдение закона и правопорядка. А благодаря именно этим людям можно быть уверенными в своей безопасности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.